Меня зовут Лива Стефания, я учусь в 9 классе, и в этом году я решила поступать в лицей при Сеченовском университете. И чтобы туда поступить, мне нужно было хорошо написать вступительный экзамен. И мне особо не составил большого труда тест, хотя тест считался сложным, так как он разрабатывался именно в университете. Вот, и я написала на высокий балл. Вот, и поэтому я поступила без особых усилий благодаря вот вашему центру. Я никогда не встречала такого преподавания биологии, в частности, в школе, да. То есть я думала, что в биологии нужно только зубрить и понимать там особо нечего. Но действительно предмет оказался мне настолько интересным, что я уже и сама начала читать литературу. Ну, мы все вопросы наши обсуждали. В итоге я знаю почти все в каждой теме, потому что все, что меня интересовало, какие-то ситуации из бытовые, я все это узнавала. Вот. И еще мне очень понравилось, что у вас очень много манекенов, и что все это, ну, наглядно показывается, объясняется, и что лекция всегда отправлялась по почте. То есть, если я что-то не успела вдруг записать, я просматривала еще раз презентации, лекции, перечитывала, что-то дописывала. Я, во-первых, очень вам благодарна за то, что вы помогли мне успешно поступить в лицей 1535, и я надеюсь, что я экзамен ГИА тоже сдам хорошо. Я считаю, что это только ваша заслуга. И я в следующем году планирую тоже у вас снова заниматься. И своим друзьям я тоже посоветовала уже. И поэтому ждите еще учеников. А пожелать я бы вам хотела, чтобы центр продолжал помогать вот так обучать детей в том же духе, и чтобы вы помогли еще большему количеству учеников поступить в тот или иной вуз.